Казахстанцы стали свидетелями того, как на свободу вышел Кайрат Джамалиев. Его узнают на улицах, и кто-то даже успел сфотографировать бывшего арестанта за рулем Porsche. Напомню, вместо 13 лет он отсидел только 3 года. Все происходит в рамках программы гуманизации, которую сейчас активно внедряют в Казахстане. Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров уже рассказывал о том, что в Казахстане освободят 5000 осужденных за тяжкие преступления. Но это не амнистия. Сроки их заключения сокращаются на 5 лет из-за давности привлечения к ответственности. Соответствующий закон, разработанный для гуманизации уголовной политики, уже подписал Нурсултан Назарбаев. К тяжким преступлениям относятся изнасилование, кражи, грабежи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и другое. Срок сократится для тех, у кого он не превышал 12 лет. Стоя, пожалуйста, каждый.